поверхностный скиммер для небольших пресноводных аквариумов от фирмы Dauphin, модель СК-200, мощность 3 ватта, в комплекте инструкция, правда, либо китайский, либо английский, другого не дано. Сам скиммер небольшой, ну и в принципе он для небольших аквариумов, максимум до 60 литров. Вот такая конструкция. Крепится на боковую либо заднюю стенку на двух достаточно мощных присосках. Присоски неплохие. И включается в розетку для травников, креветочников и прочих аквариумов, где образуется бактериальная пленка.